Добрый вечер, дамы и господа. Вот наш очередной выпуск, очередной симпозиум по плоской земле. Большая геометрическая конференция, выпуск номер 6. Значит, пожалуй, можно сказать пару слов на эту тему вообще. Знаете, я думаю, что мы с вами тут являемся основоположниками нового жанра на YouTube. Я это называю конспирологическим трэшем. То есть это такой подвид интеллектуального юмора. С одной стороны, вот конспирология, она имеет какое-то отношение к социологии, к политологии, да, ну такое, если это адекватные вещи. С другой стороны, бывают вещи, которые выходят за рамки как бы, ну, обыденных представлений, превращаются в какую-то, ну, уже несколько дикую такую тему. И вот, в принципе, плоская земля относится как бы к этой области. То есть это настолько разрывает шаблоны сама вот эта идея, настолько она выглядит смешно для человека, который не в теме. И, собственно, даже иногда смешно для тех, кто в теме. Я хочу добавить тут немножечко тоже. Сейчас, подождите. Сейчас включу еще экран. Тоже вот я вот делал видео в прошлый раз. Сейчас. Где это? Ой. Сейчас я к звонку. Так, Вячеслав присоединился. Мы сегодня в эфире будем интенсивно развоплощать теорию плоской земли. Так что, если какие есть весомые аргументы, сразу их в студию мы будем разбирать их. Не, мне не получается что-то. Давайте я демонстрацию включу, покажу, как в 3D Max показано, так сказать, как Солнце движется. И набирается уже. Хорошо. Давайте я парочку вопросов пока зачитаю, пока идет там демонстрация. Хо-хо-хо, это будет крутой эфир, судя по всему. Да-да. Вопрос слегка лайтовый, можно задать под конец эфира. В каких художественных фильмах можно узреть отсылки или намеки на плоскую землю или же на сотовую? И тут сразу рекомендуют в ответе книги Терри Пратчетта. Еще кто какие знает? Гулливер. Здравствуйте всем, зрители, коллеги. Значит, книги Гулливера рассказывалось, во-первых, Свифт писал о себе биографические рассказы, как он по другим сотам гулял, где он попал в соту, где были только великаны, где он попал в соту, где были лилипуты. Прочитайте «Алиса в стране чудес» или «В зазеркалье». Это рассказывается, как она портанулась, это в другую соту и попала в другой мир. На самом деле произведений практически, не практически, а очень много, связанные с сотовым мироустройством. Книга «Земля». Чьи-то фильм там тоже про плоскую землю. О, вот как. Я, кстати, не смотрел пока еще. Мне только вот написали по WhatsApp. Так, ну у меня что-то со скайпом, там недоступна эта демонстрация экрана, я не знаю. Рептилоиды, чат. Яхвы балуются. Ну, по поводу Советского Союза хотел добавить, и свободных ученых, как мы знаем, Советский Союз — это самая тоталитарная в мире страна была, где тот, кто что-то вякнет против власти, сразу же отправлялся на ГУЛАГ или в концлагерь. Ученым, выдающимся там каким-нибудь стать, нужно было говорить то, что должно говорить, понимаете? Если ты скажешь там, что, ну, правду или какую-то свою, неодобренную начальством, то это, в принципе, ты никаким ученым не будешь. Тебя просто выгонят в лучшем случае. Это невозможно просто, чтобы в Советском Союзе там доверять там каким-то научным исследованиям. Точно так же, как и статистики Советского Союза, как сейчас экономическая статистика Китая подделана полностью, там завышенные все как бы графики, там рейтинги и прочее. Так и в Советском Союзе все это было подделано и под, так сказать, приукрашено, мягко говоря. Я бы не доверял науке советской. Mm-hmm. Вот, короче, вопрос от Dead Zionist. Значит, он пишет, что не дает ему покоя два аргумента. Это разные созвездия в разных полушариях. Как их вообще можно тогда объяснить в рамках плоской Земли? Ну, можно объяснить, что купол, примерно как объяснял, что разные звезды над разными участками суши, и все. То есть над, условно, северным полушарием одни звезды, над южным полушарием, ну, над внешним кругом, другие звезды, и все. Вот так это объясняется, и все. Тут не проблема, кстати.
Насчет солнца тоже, кстати, не проблема. Ну просто да, действительно, тут вопрос спорный. Как оно будет, это самое. Ну, тут нужна модель, опять же, экспериментально, то есть, чтобы это все понимать. Ну, модель есть в 3D Max, в интернете, в YouTube можно. Вот, кстати, тут пишут еще, что заход солнца за горизонт. То есть оно бы на высоте 5000 километров, если оно там болтается, то мы бы наблюдали превращение его в точку. То есть оно бы отдалялось, куда туда уходило. Оно бы не за горизонт заходило, оно бы просто удалялось и меньше становилось. Так ну, оно, не на высоте, оно не находится на высоте 5000 километров, оно гораздо ближе. Вот это, собственно, и объясняет, почему. Но если оно ближе, тогда есть ведь самолеты, которые летают выше облаков. Нет. Нет, ну самолеты летают 10 километров. Самолеты летают 10 тысяч километров. Нет, а... метров. Да, 10 тысяч метров. 10 тысяч метров летают. То до 12. 10 километров они летают. Да. А солнце, извините меня, оно находится на высоте, ну, максимум, дай бог, 1000 километров, да? То есть они 10... над солнцем летают? Ну, вот. Солнце на высоте 1000 километров, то есть 10 километров у нас самолеты и солнце, да? Откуда взяты цифры 5000 километров? Или, как Кунгуров, вот товарищ, предлагает уже 9000 километров, чтобы вообще развеять, так сказать, теорию плоской Земли, то есть из потолка просто берет, добавляет пару градусов к вычислениям, значит, якобы он там из потолка тень измерял, и уже от пары градусов по геометрической прогрессии увеличивается высота Солнца. То есть вообще это абсурдно предполагать, что Солнце на таких высоких расстояниях находится. В своем фильме, опять-таки, над которым я работаю, я в сценарии указал, что и этот вопрос еще спорный, то есть я еще до конца не исследовал, но можно говорить о таких цифрах, то есть 300 километрах, 1000 километров, но уже 2000 километрах – это спорные цифры. И опять-таки вот Евгений нам показывал фонарик, да, что мы берем фонарик, светим на плоскую поверхность, и значит ничего не сходится. Просто чтобы понять, что все работает элементарно, достаточно открыть движок Unreal Engine 4 или Unity 3D 5. Бесплатный движок открываете, значит, и просто перетаскиваете панель, ну как это, plane называется, поверхность перетаскиваете, потом перетаскиваете скрипт FPS шутер, да, то есть от первого лица, чтобы можно было по этой панели ходить. И солнце перетаскиваете. И, соответственно, указываете размер 40 тысяч километров в единицах, чтобы все совпадало в пропорциях, да? Потому что по версии плоской Земли у нас диск имеет там, по-моему, 40 тысяч километров. Вот. И солнце, оно, опять-таки, на схеме, которую показывал Евгений, оно очень большое. Солнце – это маленькая точка. А фонарик на схеме, он, который показывал Евгений, там, он как бы огромный по сравнению, ну, с той плоскостью, на которой он показывал. Поэтому складывается иллюзия, что схема не работает. На самом деле, если Солнце имеет, ну, я не знаю, там, может быть, 10 километров, может быть, ну, трудно сказать о размерах Солнца. Хорошо, конечно. Давайте это самое. Так, минутку, у кого-то фонит микрофон. Вырубите микрофон, кто не говорит, чтобы не фонило. Смотрите. Спасибо. Если по теории, что Солнце близко к Земле, то если Солнце близко к Земле, и если ты находишься, скажем, 1000 километров дальше, в городе уже должно быть почти сумерки. Всегда. Если Солнце маленькое, и оно находится низко, наша Земля, скажем, вокруг 40 тысяч километров, диаметр, я не знаю, там 6 тысяч километров, что-то такое, да, вот если считать так. А Солнце, если там 1000 километров, то за 2000 километров мы бы Солнце всегда наблюдали сбоку. Почему тогда, если город, допустим, я сейчас в Германии, и если смотреть, скажем, просто к примеру, я сейчас не могу сориентировать, ну вот, взять, например, Гренландию, да, Германию и Гренландию, то в Гренландии Солнце наверху, и в Германии оно тоже наверху, только чуть-чуть градус меняется, совсем чуть-чуть, минимально. Это значит, Солнце не низко, а расстояние, скажем, от Германии до Гренландии, Сейчас я конкретно вам скажу. Поэтому это уже не может вообще быть в принципе. 3500 километров. 3500. Ты говоришь 1000.
Поэтому Солнце мы бы вообще бы тогда не увидели, если бы оно было такое маленькое и так низко находилось бы. Тогда бы почти все бы видели Солнце только сбоку. Абсолютно только сбоку. Очень редко бы было бы Солнце наверху. И если бы оно было бы так низко и было бы, скажем, такое маленькое, то мы бы видели бы, как оно бы проносится над нами. Понимаешь? Оно бы очень быстро бы проходило бы, чтобы для того, чтобы проходило наше время. Это не совпадает. Ну да, я вообще так... Некоторые горы под 8 тысяч километров. Нет, метров. Ну не да, километров. Да, метров. Да, и тогда бы Солнце бы очень часто пряталось бы за гору. Мы бы в течение дня, там пару раз бы у нас была бы ночь. Это нереально. Это невозможно. Это нелогично. Это просто будет, скажем, детский лепет, если мы будем исходить, что Солнце так низко находится. Не может быть так низко. Оно минимально, как Унтуров сказал, 10 тысяч километров, возможно, но не меньше. Ты говоришь, как низко, то есть ты говоришь низко. О каких цифрах ты говоришь? Так я считаю по твоим цифрам. Ты же вроде бы сказал не больше, чем 1000 километров. Ну, почему 1000 километров это низко, если облака 10 километров только? А я не за облака тебе говорю. Смотри, 10 тысяч километров, да? Сколько ты сказал? 5000 или что, да? 5000 километров. 1000 километров. 1000 километров. Тем более, хорошо. Тогда 1000 километров. Тогда получается, что облака ниже находятся. Все это ниже, но 1000 километров. А я тебе... Секундочку. А я вам показал расстояние между Германией и Финляндией. Да? Там 3,5 тысячи километров. Германия и Гренландия. Вот и все. А Солнце находится вот здесь. Получается, оно не может осветить и ту страну, и ту. Если оно освещает вот эти две страны, тогда мы бы видели Солнце только по горизонту. Оно бы не было бы наверху. Но мы наблюдаем Солнце наверху. И даже 3000 километров дальше мы тоже его наблюдаем наверху. Послушайте, ну смотрите, мы никогда за свою жизнь ни разу не видели, чтобы облака были над Солнцем. Ни разу. Никогда такого не было и никогда такого не будет. Потому что однозначно Солнце выше всех облаков. Выше 10 метров. Ребята, давайте я скажу, на какой однозначно. Высоте находятся облака. Облака, тучи, которые вы смотрите, они находятся само низко 50 метров, само высоко 300, 400, 500 метров. Другие облака, скажем, такие более вот эти вот, как пленка идут, как атмосферой, да, вот такие вот, типа химтрейлы и так далее, они идут уже на 10 километров, до 10 километров вверх. Все. А нормальные облака, которые плавают, которые вы видите, я на квадрокоптере, я сам поднимаюсь до облаков. Понимаете? Я могу заснять облака сверху, квадрокоптером, если я поднимусь чуть больше километра. Угу. Я вижу все наверху. Проверил, да, солнца там нету ниже. Нету там солнца ниже, оно только выше. Так никто и не говорит, что солнце выше, ниже. Солнце над облаками на высоте 1000 километров. То есть существенно выше облаков. Да, я просто уточнил, что облака, они очень низко находятся. Тут народ советует, значит, объединить все аргументы в одну кучу у сторонников плоской Земли. И, значит, собрать их в одну доказательную базу. И доказать, что Земля не шарообразная. Ну, хороший совет, кто их собирать будет. Ну, аргументы есть. Инсайдер там методичку скидывал, 200 доказательств плоской Земли. Так это не доказательство, это просто теории, там якобы вот такое вот все. А фактами ничего не докажешь. Ну, так и фактами у вас, как бы, у сторонников круглой Земли фактов особо немного, понимаете? Вот в чем проблема. Немного, куча прям. Ну, у меня будет в запасе еще несколько фактов, еще доберемся. Я просто кто-то начал эти темы, чтобы я мог, скажем, перенять слово и показать. Ну, видите, мало людей, понимаете, инсайдер, он что-то молчит, Солу не пришел. Дайте мне минутку, пожалуйста, я, скорее всего, не буду это эфир, это по состоянию, так сказать, здоровья засорять. Можно тебе вопрос? Да, пожалуйста. Ты говорил, что вроде бы как ракеты упираются об купол, так? Не, я такого не говорил. Ну, вообще, как бы... Хорошо, следующий вопрос. Я просто хотел уточнить. А почему бы, скажем, на край ячейки не пойти и не запустить ту же самую ракету, чтобы посмотреть на соседнюю ячейку? Я, кстати, хотел предложить, мы не о том спорим. Давайте, может, кто-то разработает в голове
хотя бы в теории ходы, чтобы... Что можно сделать для того, что... Вот я, допустим, знаю, что соседние ячейки есть. А что в наших земных реалиях можно предпринять, чтобы убедиться в том, что это не моя фантазия? Вот это лучше. А то, что солнце... Так я же у тебя спросил. Да, вот как раз, кстати, в тему. Я ведь тебя спросил, почему нельзя, скажем, пойти на край ячейки и запустить ракету, чтобы посмотреть соседнюю? Будет очень более близко. Ну, никто не пустит. Это я же говорю, сейчас я очень... Нет, не надо прям туда, рядом. Скажем, так за тысячу километров. Пожалуйста, я никого не держу. Все желающие, пожалуйста. Смотрите, самое легкое, что сейчас можно предпринять, да, это... Человек, там, Солнцелюб, по-моему, спутники, вот он устанавливал, у них есть специальное оборудование, на которое они устанавливают в сторону спутника, тарелку настраивают. Вот взять телескоп и в эту сторону настроить телескоп и посмотреть, есть ли спутник, как бы через телескоп. Будет ли спутник или нет? Потому что спутник, он как по официальной версии в одной точке находится. Он никуда не движется, он в одной точке. Я стационарный спутник не движется, а остальные спутники движутся вообще. Это, кстати, тоже сомнение. Я стационарных спутников никогда не наблюдал и как бы мало верю, что они есть. Ага. Ну, это тем более. Давайте немного интерактива. Зачитаю мысли от, значит, наших зрителей. Индиго СПБ пишет. Сразу тормозите, когда начнут доказательством плоской Земли приводить сложные смежные теории, типа полета на Луну, спутников нет и так далее. Они не доказывают плоскую или сотовую Землю. Так, Кунгуров попытался экспериментально просчитать модель плоской Земли, пришел к выводу, что она несостоятельна. Ага, ну, мы не смотрели. Как в модели плоской Земли объясняется закручивание воды? Это уже обсуждали. Так, купол. Кто, как и когда моет купол от пыли? На чем он держится? Почему не бликует от искусственного солнца, как лампочка на стекле? Как осуществляется проход между сотами? Там двери, арки. Условия в ячейках одинаковые или нет? Воздух один для всех или нет? Солнце. Мы знаем, что свет распространяется равномерно во все стороны от источника света. Почему на существующих моделях плоской Земли это не так? Если солнечные затмения меняют лампочку, то что видят люди там, где этого затмения нет? Ну вот про купол, кстати, вопросы. Давайте. Ну, давайте я сейчас это. Насчет купола я не помню, что я говорил, что ракеты в него упираются, но в него могут упереться. Не, почему он не бликует? Это, меня хоть слышно? Это? Да, слышно. Я, фишка в чем, я хотел тут пару абзацев, это у меня накидано. Просто один человек пожелал остаться инкогнито, и вот он что мне сообщил. Вот я хочу как бы вам зачитать, а может это вам даст больше пищи для размышления. Тут я быстренько, минутка. Так, вот что человек пишет, который ушел в тени, не хочет светиться. Опыт Алексея Кунгурова... не очень показательны. Мы не можем точно сказать одно солнце или несколько. То, что получается у меня до солнца не более 200 километров. Это подтверждает информация по запуску ФАУ-2. Фотографии и видео, что показывают с НКС, якобы снимали с высоты 400 километров. По факту они были сняты с высоты не более 100-120 километров. А, кстати, скажу, этот человек специалист по вот этим всяким фото-видео, то есть всю жизнь занимается, и он как бы это не от балды, а просто он чисто, ну, замеры проводил, это от себя добавляю. Так, широкоугольные объекты искажают реальные расстояния в сторону и увеличение. Пример для FF. FF это full frame, 35 мм размер кадра. Нормальная фокусировка расстояния 50 мм. По величине дисторсии снимали на 14 мм или чуть-чуть шире. То есть 100 километров получается, нам видится как 350. Ну, то есть как бы обман создают. Ну, еще до финал я добью то, что человек писал. Что касается солнечного света, то для меня всегда было ясно, что что-то не так. Солнце ведет себя как небольшой точечный источник, который расположен достаточно близко к объекту освещения. Нас же пытаются убедить, что он находится на большом расстоянии. Если геоцентричная модель была бы верной, мы бы жили в мире с очень мягким светом, и практически в нашем мире не было бы теней. Представьте себе фотостудию, окно 1,5 на 1,5 метра, где в объект съемки крупное яблоко на удалении 100 метров от окна. Как ни поворачивай, ни наклоняй это яблоко, оно будет очень мягко освещено, практически всегда ровно, наполовину. И уже финал подхожу. С учетом интерференции неверно еще больше. И финал. То есть наполовину Земли всегда день
есть день с солнцем в зените. Вот как-то так. Угу. Так, супер. Супер. Ну, я немного отвлекся, тут читал комментарии. А, братишка Котляров, ты все? Ты закончил? Да. Я вообще мало буду говорить. Ну вот я сейчас включу демонстрацию. Так, если вопрос зададут, отвечу. А сам не буду мешать остальным участникам дискуссии. Так, я вообще не вижу смысла мне доказывать то, что я знаю 100%. Ну как можно как кому-нибудь убедиться в существовании этого купола вот практическим методом? Раз есть вот эта вот концепция с куполом, как нам проверить? Есть он? Можно проверить с помощью вот этих же... запускать. Что там мы запускаем? Что мы можем запускать? Есть же в интернете, где об купол эти ракеты били. Съемки. Есть, полно есть. Серьезно? Александр, Кунгуров просится сюда. Возьмем его сюда. Кто просится? Кунгуров. А, ну, хорошо. Ничего себе, надо... Ну, давай тогда присоединим его. Инсайдер, сейчас тебя будет с кем поспорить. Ну так, скидывай его контакты или присоединяй его сам. Да, это жесть. Сейчас будет. Ну это серьезно, раз пошла такая пьянка. Это... Блин, вот Сол Гудман, он тоже как бы подкованный человек, но жалко. Это Майкл конечно. Тайсон приходит в нашем деле, это уже да. Весовая категория, это мама не горюй, блин. Да, это уже масоны подходят к конференции. С Алексеем очень тяжело будет спорить, потому что у него ошибка, он проверяет все с точки зрения науки. Так, Денис, если ты можешь добавлять в конференцию, добавляй, а вообще, по-моему, это мне придется добавлять, тогда скинь его контакт мне. Я еще попытаюсь тогда Гудмана зацепить. Так, я тебе кидаю контакт в личку, а вот все, кинул тебе в личку. Так. Пока я тут добавляю народ, давайте насчет купола еще. Почему он не бликует? Что? Ну, есть такое понятие, как солнечный гало. На самом деле бликует. И очень даже сильно. Солнечный гало ученые до сих пор объяснить не могут толком. Нету объяснения солнечному галу. Это то же самое, как попробуйте фонариком хрустальную вазу посветить. Вы увидите то же самое. Даже что, даже советские ученые не смогли? Как нету? Конечно, есть объяснение. Нет, атмосфера. Объяснение я вам могу сказать. На высоте 10 километров находятся перистые облака, в которых содержатся льдинки, которые преломляют свет, и от этого получается спектр в виде круга. Вот такое официальное объяснение, вы можете это прочитать в любом источнике. Оказывается, это льдинки эффект такой делают. Да даже и радугу не могут объяснить. Радугу можно объяснить, но нельзя объяснить, почему она дугой идет. Ребят, у меня в запасе сегодня, я в принципе подготавливался, у меня еще хотел бы демонстрацию экрана одну взять. Да нельзя демонстрацию экрана, она не работает, у нас слишком много. Так, Алексей присоединился, да? Алексей, здравия. Здравия. Приветствую. Всем здравия. Здравствуй еще раз. Здравствуйте. Так, у нас здесь, кстати, максимальное количество народу собралось, уже 8 человек. Похоже, Гудмана некогда присоединять. А он видишь, как шарится, он не скоро приедет. Я ему решил это показать, как мир устроен. На Луну полетел. Ну мы, Алексей, затаив дыхание, даем как метру в нашем деле. Я рад знакомству. Всем добрый день. Добрый. Ситуация следующая. Я очень внимательно слушал. Значит, что касается теории сотовой Земли, ее нужно рассматривать только с точки зрения многомерия. Почему? Потому что, к сожалению, скажем так, обычные люди с нашим трехмерным мышлением эту теорию вообще никак воспринимать не будут. Только при условии, если воспримут ее на веру. Это первый момент. Второй момент. Тот вариант, что вдоль Антарктиды идет ледяная стена, я, к сожалению, не смогу поверить, потому что в этом случае я вынужден буду Евгению Гаврикову не верить. А он подполковник запаса, морской пехотинец, и один год провел на антарктической станции
значит, механиком. При этом, скажем так, спас пингвина и его в течение года откармливал рыбой. То есть он, у него нет смысла врать в таких вот мелочах. У него есть видео по ядерной войне в Антарктиде, можете посмотреть. Следующий момент, значит, что касается купола, купол однозначно есть, но он однозначно находится дальше. Сейчас объясню почему. Потому что есть сезонное наблюдение по Большой Медведице, когда она примерно увеличивается, ну, на сколько? Ну, примерно градусов на 15 размер. Ваня, иди не мешай, пожалуйста. Значит, градусов на 15 увеличиваются размеры Большой Медведицы. При этом... Имеется в виду, видимые размеры Большой Медведицы изменяются. То есть каждый из вас может, летом они максимальные, то есть они примерно, это размер от большого до мизинца, плюс еще там 4 пальца. То есть я обычно руку вытаскиваю вперед, выдвигаю вперед максимально, замеряю размер. Летом это расстояние от большого до указательного пальца. То есть это тот инструмент, который постоянно у меня. Пальцы у меня при этом, сами понимаете, в размерах не увеличиваются, не растут, не уменьшаются, ничего. То есть измерительный прибор, который постоянно со мной. Значит, следующий момент. Когда я снимал видео по практическому измерению положения Солнца, во-первых, докладываю, что Солнце было одно. Что я встал в 5 утра и в течение всего дня, каждый час по будильнику выходил и снимал положение Солнца. То есть обманывать самого себя в этом опыте у меня нет смысла никакого. Все расчеты я проводил, исходя именно из теории плоской Земли, что Земля плоская, что Солнце находится в районе экватора, что от нас до экватора 6087 километров. Значит, от полюса до экватора, да, по-моему? Не от полюса до экватора. От полюса до экватора 10 тысяч километров. И да, если мы, момент такой, что если мы берем, что Земля плоская и делаем срез, да, то от полюса до экватора действительно остается всего 6 тысяч километров. Но тогда в этом вопросе возникает момент. Если от полюса до экватора 6 тысяч километров, и, допустим, как наш соратник сказал, что от Чебаркуля до экватора всего 3600 километров, тогда возникает один момент. Значит, тогда почему, допустим, из Москвы до Египта расстояние 3000 километров, а Египет не расположен на экваторе, и самолет летит туда 4 с копейками часов? Почему расстояние от, допустим, Москвы до того же самого Сиднея всего 15 тысяч километров, да? И самолет, если он просто летит, он где-то 16-18 часов, но обычно летает по кругу. Почему? Потому что нету транзитной загрузки. То есть откуда берутся вот эти тысячи километров, если расстояние до экватора всего, от Москвы до экватора тоже 3000 километров, и от экватора до Сиднея должно быть тоже 3000 километров, понимаете? То есть что мы, если мы берем реальные размеры, то есть самолет летит, допустим, от Москвы до Заира, в течение, у него там 6000 километров, и он летит 8 часов. Это реальные размеры. Если мы будем думать, что от Москвы до экватора всего 3000 километров, тогда мы должны принять такую вещь, что самолет летит со скоростью 500 километров в час. А он летит со скоростью примерно 900 км в час. То есть тут мы должны определиться, какие мы берем реальные размеры или воображаемые размеры. Если мы ориентируемся на такие вещи, как летающие самолеты, да, скорость самолетов известна, время в пути известно, направление, допустим, маршрут между тем же самым Москвой и Каиром известно, там 3000 км. Каир расположен, ну, примерно... в 2000 километрах от экватора. То есть расстояние от Чебаркуля и Москвы до экватора 6000 километров. Берем элементарно, говорю, тригонометрическую функцию. По высоте
вернее, по длине тени, которая отбрасывается от вертикально стоящего предмета, мы определяем такую вещь, как угол, на высоте которого находится Солнце. И все остальные расчеты делаются достаточно элементарно. Когда сегодня в одном из, сейчас скажу, правильно сказать, в одном из выступлений было сказано, что Солнце находится на высоте не более 1000 километров, прошу представить расчеты, на основании которых, замеры, расчеты, опыты, на основании которых сделаны такие заявления, поймите. Значит, что касается, допустим, как правильно сказать, теории плоской Земли, мы можем с Вячеславом там в частностях не сходиться, да? Но я с ним в одном полностью схожусь, что все, о чем мы говорим, является искусственной Землей. Поймите, да? Вот этот вот момент. То есть, да, мы будем, ну, как сказать, не будем, я не буду ему доказывать, он не будет мне доказывать, почему. Да, потому что... совершенно верно. Нет, момент такой, я сейчас объясню, почему. Потому что я отлично знаю, о чем он говорит. Я отлично знаю, о чем я говорю, но я вынужден говорить о нашей дискретности и о нашей реальности, поймите. Вот в нашей реальности именно теория плоской Земли, я, к сожалению, я не смог выложить пояснение, дополнение к первому видео с расчетами, по одной причине, у меня сейчас очень медленный интернет стал, и я 12 часов загружал видео и не смог загрузить. Там я взял листочек, и на листочке все эти расчеты с чертежами со всеми представил. Но единственное, прошу у скептиков поверить мне на слово, что я не заинтересован сам себя обманывать, допустим, в проведении расчетов, более тренировать себе целый день, то есть с камерой ходить, снимать и, ну, ставить точки. Алексей, а с расстояниями, то, что вы говорили, вот, что другие расстояния, это вы в теории плоской Земли услышали, что якобы расстояние от Северного полюса до экватора там не 10 тысяч километров, а 6 тысяч километров, это кто-то... Нет, момент такой, я сейчас объясню, откуда может быть это расстояние. У нас официально данные, что диаметр Земли 12 тысяч километров. Это официальные данные, никто их не оспаривает. То есть расстояние от Северного полюса, то есть от центра Земли до экватора 6 тысяч километров. Ну это логично. То есть если мы Землю делаем плоской и полностью срезаем верхнюю часть, верхнюю половину Земли, оставляем, то есть, ну блин, то от Северного полюса до экватора останется всего 6 тысяч километров. Но мы так не срезали, никто из нас так не делал. Тогда, мы из официальных данных. То есть мы исходим из того, что расстояния примерно сходятся, но просто Земля расходится в разные стороны, и все. Мы не срезали саму Землю, в этом нет смысла. Просто. Это немножко неверный посыл, посылка, неверное предположение. Мы, наоборот, пользуемся тем, что вот есть как бы карта, да, общая, и данная карта, ну, она просто плоская, и все. Мы берем, разворачиваем глобус с учетом с того, что с расхождением материков, и все. То есть расстояния примерно остаются одинаковые, никто их не оспаривает, может, ну, в частностях. В целом мы не подвергаем сомнению того, что там, ну, грубо говоря, от, скажем, Северного полюса до Антарктического круга сколько там, 20 тысяч километров? Ну, пускай будет 20 тысяч километров. Там, никто не опровергал этого, и все. Поэтому мы тут с расстоянием, нет, там, все нормально. Момент такой, там как раз размеры это другие получатся. Если брать длину окружности через Северный полюс и, грубо говоря, эту окружность разрезать и развернуть, у нас получится диск с диаметром 40 тысяч километров. То есть там чуть-чуть другие размеры будут. Да, об этом идет речь. Я хотел бы еще минутку взять, это тоже, может, это пища для размышлений. Вот обратил внимание, эта женщина вот написала, она всю жизнь в самолетах летает, то есть у нее вообще вся жизнь в самолетах. И вот что она пишет. Значит, летят они относительно невысоко, 7-9 километров. Когда я летела из Лос-Анджелеса во Франкфурт, то постоянно смотрела в окно. Я специально купила билет около окна. Я видела сначала океан. В океане я увидела китов. Они были странно расположены. Они были заключены в равномерных квадратах, в каждом квадрате по одному киту. Затем шли горы, кордильеры, дальше были пустыни, затем поля, фермы, далее
нам сказали, что это был Атлантический океан. Но я видела только лед. И все 3-4 часа был только лед. Затем началась открытая вода, но недолго, где-то полчаса. Затем я увидела Ирландию, Британские острова, затем пролив Ла-Манша. Я его проплывала год назад на пароме. Далее был материк, который начинался с Франции. Была только одна странность. Слишком долго был лед виден, и ночью не разрешали нам открывать окна и смотреть в них. И так далее. Вот с окнами, коллеги Алексей, вот почему людям не разрешают в самолетах в окна смотреть? Что ж они там такое увидят? Первый раз такое слышу. Сейчас еще секунду. Вообще-то я летела в Лос-Анджелес 5 раз, ежегодно летаю, там у меня дочь живет. И каждый раз все вижу по-разному. Одинаковый только всегда лед. Она из Лос-Анджелеса куда летела? Франкфурт, Германия. Ну это понятно. Понятно, что она пересекла Кальдерьеры, да, то есть она, получается, взлетела и полетела через Канаду и через, получается, северную часть Атлантики. Это момент такой. Комментарии пишут такие, что мне приходится выпадать иногда осадок. Если цензурно их переводить, то пишут, что расчеты Кунгурова не верны, они 3 раза и все разные. А так, теория Земли, у него тень от палки тоже везде будет разная, так как планета круглая. Проверялась ли официальная теория? Может, лучи параллельные, если нет, будем двигаться дальше. Момент такой, я закончу. То, что она летала через Северную Атлантику, я не знаю, зимой, не зимой, там лед-то может быть, тут вопросов нету. Почему запрещают смотреть в иллюминатор ночью, я, понимаете, сочинять не буду, не знаю, не летал так далеко и так высоко. Что касается моих расчетов по видео, которым я провожу детальные расчеты исследований. Я говорю, к сожалению, я не смог загрузить сегодня видео с детальными пояснениями, когда я все это делаю в режиме онлайн, на бумажке, так сказать, все расчеты показываю, в каком случае я применяю тангенс, в каком случае применяю синус, так сказать, на каком основании применяю синус и все остальное. То есть все эти расчеты, они, конечно, разные. В первом случае я определяю высоту Солнца, во втором случае на основании знания такого момента, как угол стояния Солнца и высоту расположения Солнца, я определяю удаление до Солнца. В третьем случае, когда я рассчитываю, знаю удаление до Солнца, я рассчитываю размеры Солнца. Тоже использую такую вещь, как синус или тангенс, не помню. И на последнем этапе я проверяю такую вещь, как правильно сказать, на какое расстояние должно Солнце уйти, чтобы приблизиться к Земле, в том случае, если оно не будет заходить за край Земли. И на какое расстояние? Примерно 623 диаметра Земли. Это то, что люди называют перспективой. И то, что можно рассчитать с помощью такого явления, как тангенс угла. То есть мы замеряем видимый размер, подставляем в известное значение и можем определить расстояние, на котором находится предмет. Да, интересная информация. Момент такой, что в армии есть такая формула, называется формула тысячных. И специально для, допустим, боевых действий рассчитаны стандартные размеры, допустим, мишеней. Допустим, танк это 3 метра 20 сантиметров, человек 50 сантиметров. И мы бывает такое, что расстояние до него не знаем, но замеряем его ширину в тысячных дальности и просто переводим количество тысячных в дальность. То есть это считается в уме быстро, легко и многократно проверялось. То есть это все то же самое. Алексей, согласитесь, нету объективных инструментов, чтобы вычислить, допустим, расстояние до Солнца или до Луны. Мы не можем этого сделать по простым причинам. То есть одно дело вычислить наземную цель, понятно, там в артиллерии, взять там параллакс, там, да, посмотреть. А другое дело именно расстояние до Солнца. У нас нету объективных именно средств.
Вот ситуация, парадокс заключается в следующем, что я сейчас пытаюсь все то же самое сделать только для теории круглой Земли, но, к сожалению, пока не получается. Почему? Потому что там же сложное движение должно быть поверхности. То есть смещение на 15 градусов поверхности плюс какое-то изменение угла. Наш соратник из Прибалтики проводил измерения, и у него получилось следующий момент. Утром Солнце смещается примерно на 12-13 градусов, то есть каждый час смещается. А в дневное время почти 22 градуса у него получилось ежечасное смещение Солнца. Смещение относительно чего Солнца? Что вы имеете в виду? Тени. Тень смещается. То есть он, момент такой, он дал это объяснение именно тем моментом, что Земля плоская и Солнце находится ближе, но сами должны понимать, что любое определение или любое явление может иметь несколько объяснений, но единственное, что наша задача выяснить, какое из этих объяснений действительно самое верное. Угу. Я это, кстати, посмотрел вот сейчас на глобусе маршрут примерно от Лос-Анджелеса вот в Германию, да, там во Франкфурт. Я секунду, сейчас люди провели размеры, и там на плоской земле все идеально, ее маршрут получается, да? Я на круглой земле тоже смотрю, и все нормально. То есть она ходит в северные широты здесь, и она через Гренландию летит, это все возможно. То есть задевает Гренландию и летит. Нет, я сейчас секундочку. Вот многие из аргументов плоской земли говорят, допустим. Почему из Австралии, допустим, в Латинскую Америку люди летают через Америку? Вот такое это, и говорят, это единственная причина, потому что Земля плоская. Я задам вопрос, почему мы из Москвы в 7 дней летаем через Париж? Я не летаю, я не знаю. Не-не, момент, ответ есть, любому, я говорю, любому явлению есть другое объяснение, так? Что... коммерческие рейсы хотят обеспечить себе максимальную выгоду. А так как из Москвы в Сидней не хватает, скажем так, загрузки, транзитной загрузки рейса, то людей собирают, допустим, в Париже, сажают их на самолет и тем самолетом везут. Но я приведу другой пример. Допустим, сейчас летает самолет из Челябинска в Симферополь по прямой. В зимнее время этот самолет не летал. Летали, вот я, допустим, летал в Ялту на конференцию, я летал до Москвы, в Москве делал пересадку, из Москвы летел в Симферополь. Ну, и это же, если я скажу, что я летел через Москву, потому что Земля плоская, да, вы начнете смеяться. Потому что единственная причина, почему я летел через Москву, потому что не хватает людей, чтобы загрузить коммерческий рейс. Алексей, ну Москва это по дороге, в принципе, так если это... Не совсем. Совсем, тем не менее, ну небольшое отклонение. А не если мы берем в расчет то, что именно, скажем, вот из Сантьяго в Лос-Анджелес... И потом... Хорошо, следующий момент. Есть, допустим, вы хотите полететь из Москвы в столицу Замбии, это в центре Африки. Mm-hmm. То есть вы для этого должны улететь в сторону Дубай, это примерно 1500 километров в сторону, оттуда долететь до Руанды и оттуда сделать еще одну пересадку. Почему? Потому что никто не отправит ради 4 человек большой самолет типа Ил-76 или Ил-96, чтобы он возил вот этих вот 4 человек. Я еще раз говорю, причин бывает много. Много причин. Одна из причин необходимость так называемой коммерческой загрузки рейсов. Почему? На расстоянии из Австралии, допустим, до Южной Америки большое, и туда могут летать только большие широкофюзеляжные самолеты. Но они могут летать. Почему? По одной причине, что то есть при условии, что они полностью загружены, так сказать, и они сами себя окупают. Маленькие самолеты типа Ту-154, там, ну, вот такие вот, и у них просто не хватает дальности перелетов. То есть их надо загружать, ну, скажем так, дополнительно загружать такой вещью, как топливо или заправлять в воздухе. Да, вот это хороший аргумент.
Я с ним, кстати, согласен полностью. У меня тут зрители веселятся своими комментариями. Я не могу прям удержаться от некоторых, на хэхэдика пробивает. Поэтому я буду зачитывать наиболее адекватные. Вот здесь вот вопрос о белых ночах. Как их вообще можно объяснить в рамках теории плоской Земли? Это не ко мне. А что там объяснять? Солнце движется вокруг, так сказать, по кругу движется, и центр, как сказать, ну, в центре у нас находится Северный полюс, она задевает центр. Из центра видно всегда Солнце. Тут ничего особенного как бы нету, то легко все объясняется вполне. А когда полярная ночь наступает, то есть он сказал, полярная ночь, да, наступает? Ну, что Солнце дальше отходит от этого, по внешнему радиусу вращается, и все, поэтому не видно. То есть тут элементарно. А вот у Стрэнджера было видео, где там, скажем, в августе в Антарктиде Солнце нормально. А если я смотрел видео, например, в марте, тоже там Солнце. То есть там полярная... Вот здесь нам еще пишут, что Луна повернута одной стороной к нам, это подозрительно, но с южного и северного, видимо, ее вверх тормашками относительно друг друга. Не проверял, не знаю, честно. Вот реально тут надо проверять. Тут кто-то спрашивает, он сам-то проверял это? Просто вот такой вопрос. Значит, я слово чуть-чуть добавлю по этим наблюдениям. Я вот когда проводил свои измерения, измерения реальные, я потом сравнивался с таким моментом, как табличные данные, и обратил внимание на следующий момент, что сутки, реально сутки, которые заявлены в табличных данных, и те, что я замерил по положению Солнца, различаются примерно на 40 минут. Это указывает на тот момент, что началось смещение оси вращения Земли, но нам об этом опять забыли сообщить. Об этом факте указывает еще такой момент, то есть Чебаркуль сейчас реально сместился ближе к экватору, чем он был, допустим, 5 лет назад или 10 лет назад. Плюс еще следующий момент могу сказать, что лет 5 назад было замечено такое интересное наблюдение, что в одной или финской, или норвежской деревне, или на острове полярный день начался на 2 дня раньше. Это тоже указывает на то, что ось Земли меняется, но мы об этом почему-то ничего не знаем. Но это относится только к теории круглой Земли. К отношению к плоской Земли, конечно, это не имеет никакого. Ну, с траекторией посчитать Солнце можно и с этого построить. Это не проблема. А если в Чебаркуле становится жарче, значит, где-то становится холоднее, я так понимаю, то есть в других частях? Не совсем. Если верить, ну, мне повезло быть знакомыми с астрономами-солнечниками. В 97-м году я услышал такую информацию, что Солнечная система, перемещаясь в космосе, ну, это опять же, сами понимаете, для этих сторонников плоской Земли не аргумент, преодолевает на своем движении такую вещь, как водородное облако. Когда водородное облако проникает внутрь Солнечной системы, то количество вещества внутри Солнечной системы возрастает, и количество энергии, которая передается от Солнца к Земле и к другим планетам, возрастает. И это одна из причин, почему повышается температура в окружающей среде. Первый раз это явление было замечено в 60-е годы, но особенно активно этот процесс начался после 80-х годов, примерно с 82-го. Так и что будет? Она будет повышаться до бесконечности, эта температура? Ну, в этом году, в прошлом году, в Иране было 74 градуса. Со мной работает сотрудник на работе, он армянин по национальности, он сказал, что в этом году, в прошлом году в Армении умерло очень много взрослых, старших людей. Почему? Потому что температура была в Армении. Ну, в Армении. Сердце. Почему? Потому что одна из причин то, что температура была 53-54 градуса в Армении. Алло. Да. Ну вот, значит, вас рассказывали. Момент такой, что на каком уровне произойдет остановка, никто не знает. Но я что скажу, что на территории Западной Сибири сейчас производится массовая реконструкция автомобильных дорог, то есть транспортных систем. Я предполагаю, что те, кто управляет государством, знают чуть больше, чем мы. Это кто сказал, что на территории Западной Сибири реконструируются дороги? Докладываю голосом. Значит, в прошлом году летом я ездил
из Челябинска ездил в Саянино. То есть мы проезжали города Омск, проезжали Томск, проезжали Новосибирск, чуть-чуть не доехали до Красноярска, повернули на юг и доехали через Абакан, доехали в каменный город, это Вергаки, национальный парк. Так вот, обратил внимание, что по количеству дорожной техники, во-первых, было огромное количество дорожной техники, огромное количество, скажем так, километров федеральной трассы было идеально сделано. То есть практически небольшие участки, которые ремонтировались, это, вернее, завершались к ремонту, это возле Новосибирска. Подъезд со стороны, получается, Омска к Новосибирску, с этой стороны отремонтировалось. Ремонтировалась дорога, которая была в объезд Казахстана, это от Тюмени в сторону Екатеринбурга, там кусочек ремонтировался. И такие вот участки, отдельные участки. Все остальные дороги, я могу сравнивать с челябинскими дорогами, были просто шикарные. То есть, судя по количеству дорожной техники, которая там находилась, вывод можно было сделать только один. Была целенаправленная, скажем так, программа государства именно по восстановлению и приведению дорог в надлежащее состояние. Ну, судя по тому, что вы хотите дать полномочия Путину, я понимаю, почему, откуда такие разговоры. Дело в том, что Нет. я живу на территории Западной Сибири, и дороги здесь не делаются вообще. Совершенно не делал. Я могу сказать, что это ложь. В открытую прям могу сказать, что это ложь. С этого момента вы в каком городе живете? Я живу на территории Кемеровской области. Бываю в разных городах Западной Сибири. Я знаю, о чем я говорю. Да? Вы живете совершенно в другом месте, а будете спорить с человеком, который живет на территории Западной Сибири, Алексей. Пожалуйста, иди спорим, не спорим. Я, кстати, тоже в Барнауле живу, так что, в принципе, есть определенные изменения. Я бы не сказал, что я часто выезжаю за город, но в некоторых местах до аэропорта тут хорошую дорогу выстроили. Что вы хотите от человека, который полномочия хочет дать вору? Не, подождите, с парами. И в том году полетели в этот, в Барнаул, и нормально доехали до... Вот что значит о политике. Мы выясняем... До Солонешного дороги идеальные. Подождите, с дорогами. Есть вообще не моя теория, что переводят время, потому что знают, что лампочку солнца как-то меняет, и поэтому нам время сдвигают в другую сторону или в эту. Не знаю, уловили вы мысль? То есть, как вот Алексей правильно сказал, что... Ну, назовем их условно, сильные мира сего руководства, им поступает информация, значит, лампочка будет в этой ячейке гореть немножко по-другому. И они уже начинают время двигать туда-сюда, туда-сюда, иногда неправильно двигают. Но это я озвучу, как мне вот такую теорию подсказали, я этот вопрос не изучал. Ну я да, понял. Замечательно. Могу я ответить на тот этот момент такой, что есть вещи, когда, допустим, человек врет, да? И человек заблуждается. В данном случае меня обвинили в том, что я нагло вру, да? Это первый момент. Значит, я проехал по федеральной трассе. Федеральная трасса в идеальном состоянии. Можете проехать, пожалуйста, и убедитесь своими словами. На основании этого я сделал определенные выводы, что на территории Западной Сибири производится восстановление инфраструктуры. Я сказал, во-первых, ложь. Что ремонтируются дороги, а не то, что вы лжете. А что восстанавливается? Америка. Во-вторых, на одной трассе, по одной трассе судить о всем дорогах Западной Сибири это совершенно не стоит. Ну так федеральная трасса это основное, я считаю. А то, что в городе, как бы рабы у рабов там что они там по ямкам ездят, это никого не интересует. Главное, чтобы кортеж нашего царя как бы прорвался, да, по федеральной до своего бункера, как бы. Алексей, пару вопросов возникло. Нет, секунду, я сейчас отвечу. Что касается боковых дорог, то от Ачинска до, получается, до трассы Енисей дороги не сделаны, это я могу точно вам сообщить. Но федеральные и именно главные дороги отремонтированы. Ну, мы немного, кстати, отвлеклись, в принципе, у нас... Да, я понял. Артем, пожалуйста, вопрос. скажем так, такие, именно по вашей личности. Просто в интернете вброс был, что вы фамилию меняли на Кунгурович, поменяли на Кунгуров. Это правда?
Ну, я просто случайно, ну, я давно на ваш канал подписан, у меня тоже, конечно, сомнения, но увидел вброс такой, интересный просто. Нет, этот вброс, это было, это понятно почему, это высказывание, это было про андрогинов высказывание, отсюда пошло, что не евреев нужно обвинять, а андрогинов, вот отсюда пошел вот этот вброс. Не андрогинов, а гермафродитов. А, извиняюсь, гермафродитов, совершенно, отсюда пошел этот вброс. Ну, если вы внимательно читали Библию, то в Библии сказано, что это сыны богов ходили к дочерям, так сказать, земным, и получилось у них там замечательное и славное, так сказать, потомство. Да? Вот это потомство есть, скажем так, представители библейской национальности. То есть люди, у которых есть определенные, так сказать, достоинства и навыки, но единственное, их недостаток, они не подключены к нашему информационному полю, к нашим, так сказать, эгрегорам. Все, там был потоп, они все утонули, по-моему, если я не ошибаюсь. Момент такой, что давайте так, причина потопа может быть всего две. Первый потоп – это изменение, три причины. Это изменение оси вращения Земли, раз. Второй потоп – это когда падает метеорит и вызывает определенную волну цунами, да? И третье, это, как я предполагал, обрушение водно-парового купола Земли. Если еще четвертое, если какой-нибудь континент идет на дно. Вот, кстати, давайте все-таки к теме плоской Земли вернемся. Тут вопрос пишут Котлярову и Гудману. Гудман у нас сегодня нет, к сожалению. Значит, Вячеслав будет отдуваться. Про сотовую Землю. Есть ли вообще возможность в течение нашей жизни увидеть прямые доказательства, или мы будем еще 100 лет жить в оккупации? Вот я хотел бы, да, нашу вот эту беседу в это русло перевести, что может как-то докумекать всем вместе и со зрителями, как то, что я озвучил, это абсолютно достоверная информация, как мы можем своими силами убедиться в том, что рядом с нами такие же ячейки существуют. А все зависит от того, как мы будем вот шевелиться, потому что пока я озвучил и небольшой процент людей, ну как, в моем понимании, для меня это огромный, судя по письмам, которые начинаются со слов, слава, там, мы вам сразу так и поверили. В принципе, я-то понимаю, как это происходит, просыпается родовая память, и вот. Но есть же люди, которые как бы не могут принять пока эту информацию, вот. И вот с этим сложнее. Поэтому можем запросто потому это... Потому что фактов нету. Да, кстати, нет. Было вот бы неплохо аргументы самое подобрать. Подтверждение сильное, что вот те, кто нашу ячейку оккупировал, они знаете, чем в последнее время любят пугать? Прибытие этого антихриста, да, или кого-нибудь. Но на самом деле это может очередное прибытие на Вайтмаре, Перуна быть, которое было неоднократно здесь. Угу. Просто они, чтобы мы шуганулись, вот они нам и внушают, что антихрист прилетит. А на самом деле прилетит наш, так сказать, один из воздушных генералов, который будет это... Ну, ваш, не наш, а ваш. Мы же не знаем, кто вы, а кто мы. Мы потомки великой расы. Или славяна арии. Адепты секты хинеи. Белорозовые, ладно, чтоб проще, белорозовые. Со славянскими сущностями. Дело в том, что евреи антихристом звали славян. Антихристианство. Люди, которые были против христианства. То есть антихрист по Библии — это просто люди, которые не принимают веру христианскую. Антихристианство. Отсюда антихрист. Антихрист давно пришел на землю. Вера, все появились сравнительно недавно, такая тоже щекотливая тема, как и политика. 200 лет назад быстренько они начали расти, а еще сравнительно недавно, ну разве что в диких каких-нибудь племен, которые не соприкасались, у них, конечно, был свой язык и свои боги, но как бы 90% нашей ячейки жили по одним канонам и, как говорится, одним богам гимны восхваляли. Вячеслав и Алексей, по вопросу, вот потоп, да, был 200 лет назад, а вот вся история до этого периода, вся подделка получается? Вот все источники, все вот летописи? Ну, так как я этим больше занимаюсь, то, наверное, мне будет. Во-первых, точнее, не 100 лет назад, а 173 года назад. Датировка определена по косвенным признакам. Почему? Потому что в интернете есть очень интересное видео, называется «Вся правда про потомский кратер».
И когда они проверяли такую вещь, как дендрохронологию, они определили, что 173 года назад возле кратера летали камни, значит, деревья резко увеличили рост, а в слоях коры, которые относятся к тому периоду, нашли такую вещь, как уран и стронций, аналогичный тому, который был во время открытых ядерных испытаний в атмосфере, это 45 по 62 год. Угу. Вот этот момент. То есть по этой датировке мы примерно датируем события. Угу. То есть мы привязались к этому моменту. Плюс, если посмотреть, допустим, лес на Урале, то он в основном имеет возраст около 160 лет. То есть средний возраст этих деревьев. Это вот этот момент. Значит, что касается всего предыдущего, это нельзя сказать, что это все сказка. То есть нельзя человеку взять и просто врать. То есть система какая, что берут, допустим, реальное историческое событие, но дают либо другую интерпретацию, либо, скажем так, совершенно другое значение. Плюс следующий момент. Есть такая вещь, как манипуляция хронологии, когда одно и то же событие разносится по исторической шкале на несколько различных эпох, и нам кажется, что было, допустим, 5 всемирных потопов, там 4 извержения вулкана и так далее. То есть математики же, допустим, сторонники Фоменко и Носовского, они провели очень много измерений, изысканий и доказали следующий момент, что два Наполеона, которые были, в действительности был один. То есть их события происходили с интервалом в 40 лет. Ну, допустим, один разогнал якобинцев, второй закрыл яблочную газету. Один стал, так сказать, президентом, ну, то есть генерал-губернатором, второй в этот момент, так сказать, этот, стал какой-то кем-то еще. То есть, и вот эти события полностью, так сказать, друг друга дублируют. Но это... То есть это метод хронологических манипуляций. То есть многое из того, что происходило с нами, оно реально происходило, но единственное, что пока мы не разберемся вот с этой точки именно перелома, все остальное, мы чем дальше в историю, тем больше в область слухов и домыслов получаем. Угу. Ну это хорошие мысли, но давайте сегодня добьем тему плоской земли, просто она уже длинная такая. Да, прям по аргументам. Да, Алексей, да, давайте добьем тему плоской земли. Вот я внимательно слушал то, что говорит Алексей, так сказать, возникли у меня разного рода вопросы, но самый главный вопрос, который я хочу адресовать Алексею. Я так понял вот из разговора Алексея Кунгуровича, что он утверждает, что он все вычисления производил, значит, и все это правда, да? И тогда у меня возникает вопрос, может господин Алексей Кунгурович дать точный свой адрес, да, чтобы мы могли подъехать к Алексею с моими фанами, так сказать, и проверить вот эти вот вычисления, то есть конкретно, где он втыкал палочку, да, то есть воспроизвести те же самые условия эксперимента, да, то есть воткнуть палочку в то же самое место, так сказать, да, запечатлеть фотографии, длину тени, да. Вот, если вдруг окажется, что условия, так сказать, они не совпадают, тогда можно сразу будет, так сказать, и вот, ну вы поняли, короче. Ну я понял, хорошо, значит, видео, докладываю, значит, что видео второй части, там указано не просто, а указаны координаты с точностью до секунды. А проживаю я в городе Чебуркуле. Кстати, как только соберетесь, приезжайте, единственное, что рассчитайте таким образом, чтобы... Может, в Антарктиду все ломанемся, что уже по мелочам это... Не, в Антарктиду не надо, это сложнее. Достаточно проще проверить эти вычисления в любом месте. Единственное, сложность заключается в следующем, что площадку для измерения надо с помощью уровня выравнивать строго горизонтально. Алексей, а вы из Кунгура города? Саня, слишком сильно веселит нас. Нет, момент такой, что я в городе Кунгуры проживал, но все мои родственники из Алтайского края. Хотя фамилия Кунгуров – это старинное родовое имя уральских казаков. Так, давайте вернемся. Значит, вопрос по плоской земле. Если она плоская, то полярная звезда должна быть видна даже в Антарктиде. Верно?
Нет, неверно. Мы уже сказали, что разные звезды в разных частях видны идут. И тут мысль такая хорошая, что действительно вот для опровержения, скажем, да, той же теории плоской Земли, нужно съездить в южном полушарии, то есть Южная Америка, там Австралия, да, там снять эти треки самостоятельно, снять треки с разных просто этих самых концов и посмотреть, совпадает, не совпадает, и все. Вот это реальные, по-моему, действия, которые можно сделать, и все. Да, это Легион мне так активно стучится. Это отвечает. Сейчас была действительно съездить и посмотреть, потому что так бесполезно о чем-то спорить, о чем-то говорить. Ну, создадим фонд, скинемся и да. Это безумно интересно. Я буквально 3 минуты эфира возьму. Комментарии к данному видео, которое мы сейчас снимаем, был такой интересный сабж. Неординарность мышления и критика дает людям возможность как минимум не быть обманутым. Помогите привить людям иммунитет к лжи. И все, в принципе, это неплохо. Только вот люди, они именно что не хотят быть обманутыми. Обманываться-то они гораздо, когда вокруг них также обманываются миллион. Верят в одну и ту же теорию, круглой или плоской земли, что там, сотовой земли. Они готовы обманываться, они просто не хотят попасть в такую ситуацию, когда они будут выглядеть обманутыми, если вы понимаете, о чем я. Сам принцип, если мы посмотрим вообще на эти теории круглой и плоской Земли, шарообразной, это просто концепции. У людей с детства формируют определенные взгляды на макромир, объясняют физические явления определенными теориями, которые достаточно реалистичны для уровня осознания социума того времени. Люди не хотят быть обманутыми, но они не живут ни в макро, ни в микромире и могут лишь строить предположения, насколько там все так, как где-то написано, как кто-то сказал. Они сталкиваются с этими мирами лишь когда эти миры граничат с нашим миром. Какие-то явления можно описать с помощью взглядов на эти макромиры, как те же самые планеты, космос. То же самое Солнце, насколько оно далеко от нас. Мы сталкиваемся с солнечным светом, с теплом, со скоростью света, но мы не сталкиваемся с Солнцем. Какие бы взгляды мы ни имели по его поводу, это просто жвачка для ума. Человек жует, его ум, вернее, жует, и он успокаивается. Он считает, что действительно все так оно и есть. Бесконечные споры, которые мы заводим о мирах, в которых мы не живем, это попытка каждого отдельного ума оправдать свои концепции с целью защитить от чужих нападок, чужих мнений, чтобы не менять свои собственные. Мы пытаемся продемонстрировать собственные мысли о реальности той или иной теории, той или иной мысли, но не реальность, именно скорее реалистичность мысли. А реальность, она всегда вокруг нас, она не требует от нас доказательств ее существования. Если мы пытаемся ее понять, нам бы следовало начать отличать объект, ту же самую планету, от наших мыслей о ней. Когда человек ясно отличает объект от мысли, это уже достаточно высокий уровень силы развлечения человеческого сознания. Это способны довольно продвинутые практики в плане саморазвития. А человеческий обыватель, просто вот средний человек, который сейчас смотрит наше видео, усредненный, он способен отличать только собственные мысли, одну от другой, собственные от тех, что мы здесь говорим, и совершенно разные мысли друг друга. Сила разума обычного человека, она не позволяет различать и воспринимать суть самих вещей, суть того, что происходит, суть явлений. Лишь тот, кто видит причину, он способен разобраться со следствиями. Этот диспут зачем был начат? Он был начат для того, чтобы объединение происходило. То есть мы же все на русском языке разговариваем. Здесь нет ни одного китайца, японца, германца. То есть здесь все на русском говорят. Если люди будут говорить на иностранных языках, это катастрофа будет просто. То есть мы-то должны как раз все вместе объединиться вокруг какой-то одной теории, чтобы не было разногласий. И есть, конечно, существа, которые хотят для того, сделать все для того, чтобы как раз эти разногласия посеять. И какая разница? Сегодня будет плоская земля. Земля, завтра она будет квадратная. Вот есть же сторонники, сейчас уже и треугольная земля появилась. То есть смысл не в том, чтобы придумывать себе такие и другие земли, а смысл в том, чтобы был общий язык, чтобы можно было договариваться, чтобы люди были в единстве. Это самое главное. Вот, кстати, насчет, для чего мы здесь собрались, одна из целей института, одна из фишек нашего вот этого канала, сообщества, в
том, что мы здесь собираемся для того, чтобы обсуждать разные темы и находить диалог, налаживать диалог между людьми, которые придерживаются разных взглядов. Тут, в принципе, не важно, какие у вас взгляды, главное, чтобы вы могли их преподнести адекватно и относились более-менее адекватно, опять же, к мнению других, потому что любое мнение, оно заслуживает того, чтобы быть выслушанным, если оно преподносится более-менее, как минимум, ну, аргументированно и, так сказать, по правилам этикета. Да, вот печалька, даже в нашем кругу умудряемся это не находить общий язык, хотя мы правильно делаем только одно, что пытаемся своими способами доступными разбудить и запустить работы нейронов мозга, ведь это самое основное. Даже если бы я ошибался, это не принципиально, это сотовая она или трехсотовая. Главное, чтобы люди начали мыслить, что мир наш выглядит не так, как нам его нарисовали. Но то, что она сотовая, это 100%. Я, кстати, вот скинул скриншот, жалко, сейчас видео нельзя показать. Я все время, когда у меня спрашивают, как же выглядит наша планета, вот это просто сейчас те, кто в конференции, они, конечно, увидели этот скриншот, как выглядит. У тебя на канале есть видео, по-моему, с этим скриншотом, да, или нет? Да. Вот поэтому мы не можем прийти к общему мнению, что вот у Вячеслава такая позиция, что я вам не даю никому мыслить. Земля сотовая. Нету других вариантов. Я прав, вы все не правы. Вот поэтому мы не можем найти. Есть сетка язык. Хартмана, вот кто смотрел в интернете, что такое это 2 на 2,5 метра по всей Земле, это уже противоречит того, что физическая материя сотовая. То есть сетка Хартмана, она строго вот прямоугольник. То есть, а при чем тут соты тогда? То есть мы, если будем разбирать сотовое строение, то уже будет другое, иное измерение. Момент такой, что сотовое имеется в виду чуть более другого масштаба. Но если коснуться информации, которую я в свое время слышал от древних православных, у нашего мира 5 измерений. То есть это толщина, высота и ширина, плюс такая вещь, как пенность, и еще одна. Вот представим, если себе... Да, микроволос можно выключить, я хочу посмотреть. Такую вещь, как пенность, представим? Хотя бы эти 3 минуты. Так, Альби, у вас, наверное, фанит микрофон, да? Я хочу эту трансляцию смотреть, где я это сделал, как звук. Ух, тишина какая. Так, да. Мне, кстати, вот тут нашел я адекватный вопрос, который меня не смешит хотя бы. Так, если сквозь купол можно пройти в другую ячейку на поверхности, то там должна быть стена. Земля. Сквозь купол не пройти. Можно сквозь купол в соседнюю ячейку пройти, а вверх не пройти. Там уже совсем другая плотность, там уже совсем... То есть там есть стена и какие-то двери, а как перейти в соседнюю ячейку? Ну, я уже говорил в прошлый раз, 3 способа. Самый простой — это пешкарусом взять и добраться на лыжах. Ну, а там уже просят ключ от врат. Там что, стена? Там тебя пристрелят просто, и все. Там никуда ты не доберешься, ну, по идее. Алексей, вопрос. А ваш друг полковник, который там служил, он далеко от базы отходил? Он как бы искал там стену или что-то? Ну, исследовал вообще местность. Евгений Гавриков, он служил на нашей как раз этой станции, которая стоит на берегу. В том месте, где у них еще этот оазис, как это называется, где снега не бывает. Так вот, к ним приезжали в том числе с индийской станции офицеры. И японцев. Он и японцев, и индусов водил по берегу, показывал им как экскурсию, местные достопримечательности и все остальное. Но далеко, конечно же, он не ходил. То есть по берегу. Понятно. В общем, он стену особо и не искал, да, по идее. А у них там не было подписок о неразглашении, может, каких-то у них специальных там вот таких документов, ничего, их не заставляли подписывать, может. Ну, в общем, он не рассказывал, да, об этом. Я такие вещи не спрашивал, и момент он этого не касался. Но прошло более 5 лет, поэтому он может о таких вещах рассказывать уже. То есть это не так страшно. Но видео по следам ядерной войны он снял, и там действительно, если посмотреть те материалы, что он представил, там очень много именно оплавленных камней, там следы именно
каких-то боевых действий. То есть для офицера, который прослужил там 30 лет в вооруженных силах, это достаточно просто рассмотреть. Mm. Алексей, это видео есть где-то, где уже, да, выложено? Это случайно не то видео, где там еще пирамиды есть в Антарктиде, или я путаю? Да, это. А, то хорошая вещь, да. А мне тут пишут, что, оказывается, звонки Легиона слышны в эфире. Это он так показывает свое инакомыслие, поэтому он названивает. Замечательно. Алексей, а что рассказывал он про полярную ночь? Есть полярная ночь там или нет? Такие вещи я у него не спрашивал. В основном мы касались того момента, что он там реально нашел, что он увидел, то есть он рассказывал, показывал. То есть первый раз он об этом рассказал примерно 3 года назад. Примерно год назад или полтора он об этом видео снял на канале «Достояние планеты». Сейчас я видео найду и вам скину. Ну хорошо, будем рады посмотреть. Там, кстати, есть станция, на которой стоит лайв-камера. Можно посмотреть, то есть посмотреть, когда бывает полярная ночь, и в это время посмотреть прямую трансляцию оттуда со станции. То есть там солнце также заходит, и всходит и заходит. То есть там нет никаких ночей полярных. Ну да, Стрэндж выкладывал это. Видео у себя тоже. Можно проверить, в принципе. Почему? Конечно, можно. Все легко проверяется сейчас. Вот еще один довод, то, что вы заметили, Стрэнджер убрал с видео, да, у себя. Кто-то позвонил ему, стал угрожать, то есть, как бы, вот не просто так, зачем звонит, зачем угрожать? Нет, на самом деле у него появилась какая-то новая концепция, что вот он сейчас ее разрабатывает и выложит заново все эти записи. Вдруг уже по-другому. Ага, концепция. Ну, видео уже разбежались по интернету, уже... Ну, понятно. ...найти. А они видели, вот они не знали, что искать. Это ответ, почему вот люди не знают про стену, которые находились недалеко от нее. Да потому что у них и не было в голове такого понятия, что там есть стена. Это как вот легенда про этих индейцев, которым приплыли эти на кораблях всякие там колумбы, и они их эти корабли не видели, потому что они не знали, что такое корабль. Вот. И когда им сказали, что есть корабль, они его увидели. Поэтому стену то же самое. Если человек будет знать, что искать, он ее увидит. Если он не знает, что она есть, он ее и не найдет. Ну, с этим вопросом я соглашусь, потому что есть такая вещь, как избирательность работы нашего мозга. И мы, как правило, видим мозгом и достраиваем с помощью мозга все вот эти картинки, которые мы можем увидеть. То есть это больше относится именно к виртуальной такой реальности, что мы видим не реальность, а наше представление об этой реальности. Поэтому мы здесь и спорим насчет плоской шарообразной Земли. По-другому бы не было. Ну, то есть картинка строится в зависимости от нашего представления. И все. Как вам представляют, так она строится. Скорее, наша картинка и есть наше представление, и ничего вот, больше. Давайте я еще добавлю. Вот, в принципе, я как бы с сотовой землей думал, что всех примирю, а выяснилось наоборот. Если глубже копать, вот там микрофон по ней тут... Да, что-то дико. Идет не примирение, это навязывание своего как мнения. Как я несколько раз обмолвился, что я еще не затрагиваю тему параллельных миров, да, о которых говорит не сегодня. Нет, я в двух словах скажу. Помимо того, что есть соты, те, которые физически можно попасть, в нашей ячейке, где мы живем, и помимо этого существуют параллельные миры. Допустим, ты сидишь в своей квартире, а в это время поезд проезжает, то есть в параллельной реальности. Здесь, сегодня и сейчас, то есть вот как-то так. Ну там уже отдельно, да, надо делать, мне рассказывать, как эти параллельные миры. Это вот то, что вот как Алексей говорит, что есть это соты. Так вот в нашей ячейке еще есть множество сот. И все зависит от того, как мозг, вот как вот Нео, да? Вот, важно сейчас мозг изучать, это вот, например, звезды, которые в инфракрасном диапазоне светят, в других диапазонах. Сейчас современные вот эти приборы, они позволяют много что измерять. Вот в чем нас серьезно ограничили, это ограничили действительно в информации, а что же существует помимо вот основного спектра. Вот это самое печальное, потому что на самом деле мы даже не можем представлять, а если рядом другие звезды, а их полно, нам даже об этом не говорят. То есть вот это беда, то есть действительно мы ограничены в каких-то технических возможностях. Все, вот это беда. Ну а что мы можем сделать в данном случае? Вот если есть смысл сейчас о чем-то дальше говорить, это что мы можем сделать? На самом деле звезды есть, но космическое пространство не такое большое, как нам говорят. Вот вы сами верите, что вы видите свет от звезды, которая находится в десятке триллионов световых лет от нас.
Ну, я это не копал со звездами, сам не могу пока ответить. У меня пока рабочая версия — это планктон, только уже более высокого порядка. Он даже современная наука вроде где-то сейчас крикнула, что нашла под нашим океаном океан и потихонечку подкрадывается к тому вопросу, который я это в самом своем первом ролике сказал, что а за поворотом новый поворот. Вот у нас сегодня эфир называется «Разоблачение как бы теории плоской земли», поэтому давайте самые железобетонные аргументы «за», какие есть, вот их высказываем, и мы сейчас будем их разбирать, доразбираем, потому что эфир у нас уже почти 2 часа идет, а скоро надо будет уже заканчивать. Давайте сконцентрируемся на этой теме, так, добьем ее. Так не существует никаких аргументов, которые бы могли опровергнуть теорию плоской земли. Потому нет, что... Есть, конечно, есть. Это факт. Советские ученые, инсайдер, советские ученые вычислили. А советские ученые, они не могут нет, обмануть. Это нам сказали. Советские ученые никогда не обманывают. Что, не аргументы? Нет, ну советские ученые это нормальные ребята, никто ну, не да. спорит. Но все. Завтра, а завтра я встану утром и сниму видео. Условия, такое же, как Кунгуров и... жить. Если бы они выдавали ложную информацию, то не были бы изобретены ни космические корабли, ни атомные бомбы в Советском Союзе. Их бы просто расстреливали. Поэтому ложь, она тут же моментально пресекалась. Так атомную бомбу из Германии убрали. Мы же готовы давали чертежи из Ватикана. Никто ничего не изобретал. Самое веское доказательство против плоской Земли это то, что если бы она действительно была плоской, то Солнце было видно постоянно. И все. И это нужно каждому человеку брать и экспериментировать, брать плоский лист, брать фонарик и смотреть. Все остальное, это уже демагогия пошла. Вот люди, они жалеют то ли время свое, то ли у них листика нет, то ли фонарика, но обнищали уже совсем. Нужно просто взять и сделать такой эксперимент. Он элементарный, и все. И на этом демагогия, в принципе, она может быть закончена. А еще есть железобетонные, еще у кого-нибудь есть? У меня есть. Мне надо есть? Демонстрацию экрана. У меня тоже надо демонстрацию экрана, но она не работает. Да. Два человека много. Если бы двое могли бы выйти на какое-то короткое время, чтобы могли демонстрацию сделать, и потом войти, и тот, кто не будет сейчас выступать, пусть посмотрит на Ютубе покамись, да, коротко, а потом опять... Давайте, я выйду. Вот. Вот двое вышли, в принципе... Денис, дело в том, что в действительности не существует ни одного доказательства, что Земля плоская. Просто те доказательства, которые аргументируют пользу плоской Земли, они не доказывают, но и не опровергают этого факта, но они интерпретируют ну, выгодно. Совершенно верно. Нет ни одного доказательства. Абсолютно материального нету. Ну так же, как и шарообразно, нету ни одного доказательства. Как нету? Ну а ну, какое как? Визуальное доказательство можете представить, кроме фотографий НАСА, которые являются подделкой? Можно, да, все правильно, только с высоты можно. Какое доказательство можно? Как люди на велосипеде, допустим, проезжали с Германии до России. И что, а по кругу нельзя, как по арене цирка это проехать? Денис, погоди, ты не те доказательства приводишь. Вопрос такой, мы наблюдаем в течение дня изменение высоты Солнца? Да, наблюдаем. Наблюдаем изменение высоты Солнца, если мы будем замерять каждый час и соединим все точки, которые получат дугой, она будет дугообразна или прямолинейная? Ну, тут сложнее уже. Я покажу потом сам на рисунке. Момент такой, что она дугообразная. Так вот, если бы Земля была плоской, то перемещение Земли у нас перед нашими глазами происходило бы по прямой. Совершенно верно, дугообразно. Но вы не глядите на небо, как на плоский лист. Это перспектива. Дуга в перспективе – это полуокружность. Вы видите Солнце, запомните, снизу вверх. А не на плоскости выйти. Снизу вверх, если вы посмотрите, а применить объемное мышление. И вы увидите, что это не дуга, а это полукруг, это полуокружность. Ой. Вопрос, да, почему тогда Солнце выходит из-за горизонта? Я вот как вот Евгений, да, вот сейчас, который объяснял про этот листик. Объясняю. Вот возьмите тот же самый фонарик и возьмите большой кусок ватмана, огромный кусок, и вырежете такой же круг. И вот этим фонариком попробуйте провести теперь по этому большому кругу. Мы находим, и нарисуйте на этом ватмане маленькую точку, вот это место, где мы находимся. А потом ведите фонариком вдаль. Солнце уйдет так далеко, что вы не увидите вообще. Стоп, вот этот момент я как раз проверял. Эта вещь называется перспектива. Перспектива, совершенно верно.
перспектива определяется такой вещью, вычисляется как тангенс угла, это отношение противолежащего катета к прилежащему катету. Так. Для того, чтобы Солнце приблизилось к Земле на угловую величину 2 угловых минуты. То есть Солнце размером 32 угловых минуты, а чтобы мы увидели Солнце, которое как бы касается Земли, оно должно от нас удалиться на расстояние 623 диаметра Земли. Или 7 400 000 с чем-то километров. Только и все, берите калькулятор и проверяйте. Это же легко проверять. Вот смотрите, вот про калькулятор начали разговор. Вы же уважаете Юрия Степановича Рыбникова? Да, уважаю. Вы же знаете его отношение к математическим расчетам? А он что, он тригонометрию не верит? Почему? То же самое, а там не используется умножение в тригонометрии. Вы поймите, что существует всего два действия в природе. Это суммирование и вычитание. Совершенно верно. Второй уровень этих вычислений – это суммирование вычитания, но уже таких вещей, как прямые линии. Следующий уровень суммирования и вычитания – это суммирование и вычитание плоскостей. То есть такая вещь, как, допустим, 3 в кубе, да, это есть суммирование числа 3 с изменением базы числа. То есть сначала мы суммируем 3 плюс 3, нет, 1 плюс 1 плюс 1. Да. На втором этапе мы суммируем 3 плюс 3 плюс 3. А на третьем этапе мы суммируем 9 плюс 9 плюс 9. Извините, я перебью. Давайте ближе к теме. Момент какой, что вопрос не в том, что мы сейчас не обсуждаем этот русский счет Юрия Степановича. Да? Мы сейчас обсуждаем тригонометрию, которую нам в свое время дал Русика. Ну, расчеты построены уже по современному счету. Поэтому с точки зрения математики проверять плоскость Земли или шарообраз – это совершенно глупо. Проверять надо своими глазами то, что мы видим. Мы используем те приемы, которые многократно использованы и многократно подтверждены результаты. Ну что они подтверждены? Кем они подтверждены? Официальной наукой, которая это что-то придумала. Которые нам ввели якобы арабские цифры, хотя это наши цифры, да? Момент такой, таблица Брадиса – это бред или не бред? Я не сказал, что это бред, сказал, что расчеты неверны. Нет, стоп, секунду. Если таблица Брадиса – бред, то расчеты действительно неверны. Если расчеты неверны, то данные, которые... Таблица основана на таких же расчетах, а он не с головы взял эти расчеты, он по таким же счетам считал все это, точно. Брали люди, считали, сверяли данные, сводили все это в таблицу. Вот насчет Солнца, дайте я вам попытаюсь хотя бы не помочь. Фишка-то, мы же его рассматриваем же в буквальном смысле, либо как фонарик, либо объект, на котором находится на большом расстоянии. А его надо рассматривать, этот фонарик, как высокое техногенное сооружение. То есть это мы пытаемся промысел богов постичь нашими человеческими мозгами, в полной мере не осознавая, что Солнце – это сверхсерьезное техногенное сооружение, которое даже самая бурная фантазия не может нам, скажем, раскрыть, по какому принципу она работает. Да, Солнце очень близко к нам находится. Ребята, километраж не принципиально, да, оно очень маленькое. Вы посмотрите на звезды. Вот вылезла на небе звезда. Вот на каком бы континенте ни было, да если мы там плоскую опять же будем Землю даже рассматривать, даже если не плоскую, она везде будет эта звезда видна. Только Солнце чуть выглянуло, все, никаких звезд не видно, насколько яркий солнечный свет. При условии плоской Земли, даже если чуть-чуть солнышко, если оно будет супер микроскопическое, да как светить, если оно будет так же мелко, как звезды, оно все равно будет видно везде. Солнце, так, оно, если что-то находится на высоте, то оно будет видно, все будут видеть, так устроен мир. Угол зрения у людей такой, что с любой точки на этой плоскости это все будет видно. Солнце слишком яркое. Да, есть видео, что Луна есть, ну, половина Луны освещена, и темная часть Луны, там звезды видны, вот, вместо Луны.
та часть Луна, которая затемнена, вот сквозь нее звезды видны. Ну, то есть, вот такое даже видео есть. Реально. Я не знаю, как это. Ну, может быть, в интернете много что есть, но свет есть свет, и от света уже никуда не уйдешь. И явление плоской Земли, оно просто разбивается о Солнце. Солнце здесь главный аргумент, вот и все. Евгений, вот у вас, посмотрю вот атрибутику, вы астролог по профессии. Ну, астрологией немного занимался, то есть я больше, скажем так, экстрасенс, скажем так. Даже экстрасенс, все хорошо помню. Вы момент, один момент нужен. Ситуация такова, что я когда провел вот эти вот исследования, измерения, что получилось, что расстояние до Солнца у меня получается явно меньше, чем 150 миллионов километров. Но больше, чем, допустим, 5000, там, 100 метров и так далее. То есть вот этот момент. То, что Солнце является техническим сооружением, я категорически за. Почему? Потому что вся Солнечная система является искусственным таким сооружением. Искусственным. Почему? Потому что и расстояние так сказать, этот, с определенным шагом, как там говорят, планеты размещены и все остальное. Единственное, что надо перепроверять такие вещи, как расстояние, перепроверять, в том числе законы, перепроверять все. Но я еще раз говорю, именно для наших вариантов, вариант перспективы, когда Солнце удаляется на 7 миллионов километров, это, ну, мы делим на 150, да, на 150 миллионов, это получается, что Солнце каждый раз улетает туда, где оно находится, в 20 раз ближе, потом возвращается к нам сюда ближе. Но в этот момент она находится над Америкой, и она должна находиться всего на расстоянии, ну, получается, 12 тысяч километров. То есть, если она над Америкой находится, да, то что получается, что у нас, ну, сейчас просто показать, если берем карандаш и пенсию. Вот есть определенный угол. Вот мы заметили, да? Солнце в обед находится здесь. Когда мы разворачиваемся, оно должно находиться с этой стороны, на, как раз над экватором. Если вот это, вот это расстояние, оно же над Америкой находится, я правильно понимаю, да? Вторую половину суток оно над Америкой находится, Солнце. То есть здесь оно на расстоянии 70 километров, а здесь вот с этой точки наблюдения, оно уже находится у нас Северный полюс. То есть у нас здесь вот здесь 10 тысяч километров, а с этой стороны у нас всего 3000 километров. От меня до Северного полюса 3000 километров, плюс 10 тысяч от Северного полюса до экватора. 13 тысяч километров. Здесь 6 тысяч километров, здесь 12 тысяч километров. Солнце должно быть на высоте в 2 раза меньше, чем с этой стороны. Но почему-то оно заходит за горизонт. Так какая высота Солнца в итоге у вас получается? Значит, момент такой, что если считать с той точки зрения, что Земля плоская, и Солнце я видел на высоте 55 градусов 53 минуты, то высота Солнца находится на высоте 9 тысяч километров. 9 тысяч километров, и имеет размеры 100 метров в диаметре, 100 километров в диаметре. Если рассчитывать с точки зрения, сейчас, секундочку, шарообразной Земли, единственное, тут следующий момент, что получилось, что у меня получилось, расчеты до конца не провел, но все лучи, три луча, со своей точки, но оно находится не в трех, допустим, четырех диаметрах Земли, а тоже достаточно близко. То есть вот это вот расстояние надо вычислить, но, с учетом вращения Земли, с учетом того, что Земля не просто вот так, как цилиндр вращается, она вращается вот так под углом, получается, 23 градуса. Нет, не 23 градуса. Не 23 градуса. Момент такой, что плоскость наблюдения уже имеет. То есть вот здесь вот у меня получилось 55 градусов, да? Плюс мы должны добавить 55 градусов, которые находятся в плоскости это, да? И потом мы должны сдвинуть Солнце
верхнюю часть еще, допустим, на угол вот, так называемый северный тропик добавить этот размер. И потом вот эти все измерения 4 угла складывают. Угу. Ладно, инсайдер хотел сказать что-то, да? Может, включим его? Да, я хотел сказать. Видно демонстрацию экрана? Видно, да, тебя видно. Мы видим сейчас. Значит, смотрите, вот Кунгуров, он предлагает очень интересные версии, значит, углы, складывания, да, всякие математические модели, но важно понять, что и при этом он же сам говорит в своем видео последнем, что как бы есть прямая цитата, что мы должны, ну, не брать в расчет видео самолетов там и так далее, то есть всякое такое вот. То есть он предлагает не использовать эмпирические данные. Это очень важный момент. То есть сам Кунгурович предлагает не использовать эмпирические данные. Для чего? Потому что чем, смотри, я мысль докончу. Чем меньше эмпирических данных ты используешь, то тем, как бы сказать, больше процент спекуляций, которые ты можешь, ну, донести в систему, так сказать, доказательств. Понимаете, в чем важный аспект? И в принципе, если бы мне надо было, ну, я бы преследовал цель, так сказать, поддержать теорию шарообразной Земли, я бы использовал то же самое. Я бы отказался от использования, собственно, эмпирических фактов, да, то есть все видеозаписи, все фотографии, это надо исключить, надо все перевести именно в математическую плоскость, да, в плоскость от углов, градусов. Вот, и опять-таки я приводил эмпирические доказательства в первом эфире, во втором эфире. Существует два крупных эмпирических доказательства. Это, по-моему, в первом эфире я показал, что четко видно, есть видео, где световое пятно, вот приблизительно как здесь на фотографии, только еще более четко видно, и видео в HD качестве от Солнца, то есть Солнце в зените над облаками, и видно световое пятно, прошу прощения. А сейчас что-то не видно, я не знаю, куда оно. Вы видите кто-нибудь его? Алло. Что-то, блин, ну я включил, ну, блин. А демонстрация идет? Идет. Демонстрация идет? Есть, да. А, ну счет, все, извиняюсь. Тогда. Че, вот. Вот, и там прямо в видео четко видно. Я говорил уже, что я даже готов как бы дать людям денег, да, может быть, я что-то не понимаю, действительно, может быть, я там отупел или еще что-то. Как можно вот именно световое пятно, например, опровергнуть? И опять-таки, по законам оптики, да, вы смотрите на эту фотографию, здесь четко видно блик на Солнце. То есть любой, ну, человек, который посмотрит, в принципе, он сделает адекватный вывод, что Солнце не может находиться на расстоянии 150 миллионов километров. Почему? Да потому что угол расхождения лучей составляет 45 градусов, 30 градусов, 60 градусов. А если Солнце находится на расстоянии 150 миллионов километров, то расхождение лучей визуальное, да? И Сергей, который вот там серию фильмов снимал, он, собственно, показал это на схеме. Ну, я думаю, вы знаете, о ком я говорю. То есть он показал, что расхождение угла этих лучей будет составлять максимум 1 градус. Хорошо. А почему ты тогда в зеркале видишь Солнце? Так планета – это то же самое зеркало, если там поверхность воды. Ты видишь там все. Хоть я фонариком посвечу, ты увидишь фонарик отражения. Хоть там Солнце, хоть там 200 солнец. Ты все их увидишь в отражении. Это нормально? Денис, вот, но еще такой самый главный момент, я скажу уже в конце. Даже если мы вот это все, что я сказал, перечеркиваем, да, и говорим, что это все бред, то есть это все неправда. Хорошо, мы смотрим на расхождение лучей от Солнца, значит, на фотографиях. То есть тени от облаков берем. Тени все от облаков должны быть параллельные. Вот это очень важный момент. Никогда вы не сможете получить тени от облаков, чтобы они не были параллельны. Если Солнце находится на расстоянии там 150 миллионов километров, то гарантированно все тени будут параллельны. А можно я объясню этот момент? Вот, сейчас я еще договорю. Значит, и это не только одна фотография. То есть каждый может на самом деле для себя доказать, что
что Солнце находится в относительной близости. Для этого просто надо зайти в Google, ввести там поиск по фотографиям 4К разрешении и, собственно, поискать фотографии с высоты 30 километров и 50 километров, то есть, ну, на таких высотах. И вы заметите, что относительно вот этого положения Солнца одна тень идет сюда, то есть я рисую мышкой, надеюсь, видно. Сейчас демонстрация идет? Да. Вот, то есть как бы одна тень идет сюда, вот здесь вот мы увеличиваем и видим, что тень идет как бы в одном направлении, то есть относительно Солнца. И то есть по лучам смотрим, да? И вторая тень, вот они другие, значит мы вторую тень смотрим. И если там резкость настроить, то видно, что в принципе они идут сюда, как бы. То есть все тени должны быть параллельны. И на всех фотографиях они не параллельны. Если значит, произвести монтаж, то есть 10 фотографий найти, то там будет четко видно вот это вот отсутствие параллельности в тенях. И как тогда вопрос, такое возможно? Да? То есть это возможно, да, потому что ваше зрение вас не обманывает. На этой фотографии вы действительно видите то, что Солнце, оно в непосредственной близости. Вы так чувствуете, вы так видите. И это то, что есть на самом деле, понимаете? Здесь нету 150 миллионов километров. Вот, собственно, и все. Так, вот вопрос тут, наверное, последний. Давайте. А на каком расстоянии от Земли Солнце и на чем основан ответ? Это вопрос к инсайдеру. На каком расстоянии от Земли Солнце и на чем основан ответ? Значит, смотрите. Вот фотография, да, в 4К разрешении. Значит, вот облака, вот мы увеличиваем, здесь 10 километров, нам известно, да, 10 километров. Мы можем приблизительно, значит, попиксельно, то есть, ну, открыть в редакторе, посмотреть, сколько здесь пикселей, и дальше начертить линию. Точка А это будет, и вот здесь точка Б, да, и мы можем приблизительно сказать, какое расстояние, вот, значит, до объекта на этой фотографии. На основании того, что нам известно расстояние до облаков. То есть здесь 10 километров нам известно, в принципе, да, расстояние. И более-менее можно сказать с относительной точностью, да, что мы будем получать цифры, значит, от трех получается, с 300 километров, 1000 километров. Но никак не больше. А как солнечный свет, он же бликует, облака бликуют, земля бликует, все бликует. Конечно же, тени могут расходиться в разные стороны. Блики, куда вы их девали? Так в том-то и дело. Смотри. Если Солнце находится на расстоянии 150 миллионов километров, то лучи, которые достигают поверхности Солнца, они будут равномерно распределены по поверхности. Ты не можешь получить теплового пятна в одной области. Есть еще люди, которые думают, что Солнце далеко находится. По-моему, уже с Солнцем давно точка жирная поставлена, она рядом Солнце. Маленькая рядом, и нигде она не находится. Я удивляюсь. Смотрите, я вам объясню как раз этот момент. Смотрите, у нас есть атмосфера. Когда солнечные лучи доходят до атмосферы, атмосфера раскидывает лучи влево, вправо, куда угодно. Потом, когда ты стоишь, допустим, в одном городе, луч на меня светит. Если я стою в другом городе, луч тоже на меня будет светить. Это не значит, что существует два солнца, которые луч на тебя светит и на меня светит. Понимаешь? И так же, как через лупу, как через увеличительное стекло, когда свет туда проходит, он его раскидывает. Так же и, допустим, когда мы смотрим на Луну, когда Луна над нами, наверху, у нее один размер, а когда она на зените, когда она заходит на горизонте, она почти вдвое может увеличиться, понимаешь, потому что наша атмосфера увеличивает это все, она просто увеличивает в размере, так же и свет, когда увеличивает. Он падает через атмосферу, проходит, атмосфера его раскидывает в стороны, поэтому лучи уходят и налево, и направо. Все правильно, но, все теперь, правильно, атмосфера, ты, смотри. Стал, допустим, солнце на тебя светит, вот я возьму Германию, в Ганновере, допустим, да, я стою и через облака просвечивают лучи, я наблюдаю, ага, лучи на меня идут и налево, и направо. Если ты будешь 100 километров в другом городе наблюдать, ты абсолютно увидишь то же самое. Налево, направо лучи и на тебя. Это не значит, что два солнца. Вот так. Ты сказал правильно. В атмосфере, но не в стратосфере, понимаешь? Посмотри в Википедии плотность воздуха в стратосфере и в атмосфере. Я еще готов допустить, что в атмосфере такое возможно. Но не на высоте 30-50 тысяч километров.
Понимаешь, в чем разница? А, кстати, никто не задумался, почему так небо свет голубое. Свет разбивается, когда проходит через атмосферу. Вот тогда он и разбивается, и раскидывает свет. Вот это как увеличительное стекло. Вот фонариком посвети, и ты можешь разбить то также лучи. Почему небо голубое? Кстати, вот кто докажет, почему небо голубое? Да потому что лучи, отражаясь от Земли, идут туда, в ионосферу, и отражаются от ионосферы. То есть равномерно идет распределение солнечных лучей по голубому небу. Оно все голубое сплошь. Это отражение уже лучей, которые сначала достигли Земли, а потом уже снова отразились от неба. То есть свет разливается вообще, он везде, повсюду. Ну понятно, почему все тогда в синий свет не окрашивается? Небо голубое, потому что вверху голубой океан, и купол держит этот океан. Ну, это вообще... Подождите, Вячеслав, вот вопрос конкретный. Почему не окрашивается все в синий свет, когда солнце светит через голубую атмосферу? Я не помню, говорил раньше. Ну, вообще, Вячеслав, принципе, подождите, я задал вопрос. Мне? Нет. Но, подождите, смотрите. Ну, а почему оно должно все окрашиваться? Так, я можно, почему спрашиваю, да, потому что у меня есть вторая часть вопроса. Я потом скажу, почему. Во-первых, все может быть окрашиваться только в том случае, если она поглощает все лучи за исключением голубого. Вот хорошо. Если предмет... Точно. Вот предмет, ну хорошо, тогда... Давайте закончим мысль на том, что у нас это океан там... Потому что у нас эфир уже больше двух часов сейчас идет. Сейчас я отскажу кое-что. Нет, и тогда... Я даже не закончил свои эти, как подготавливался это все. А рыбу можно ловить в океане? Давайте, знаете, как-нибудь продолжим тогда эту тему еще раз, раз мы не смогли добить сегодня, потому что... Сейчас, секундочку. Насчет эмпирических наблюдений надо закончить мысль. Почему? Момент такой, что эмпирически это наблюдение сделано путем умственных размышлений. Если наш собеседник не знает этого определения, это не значит, что этого определения не существует. В своем видео я сказал такую вещь, что те наблюдения с видеокамер самолетов мы не можем принимать в расчете. Почему? Потому что мы не знаем ни положение, ни высоту самолета, ни угол, ни свойства оптики, ничего. То есть мы для того, чтобы проводить какие-то измерения и наблюдения, должны пользоваться объективными инструментами и калиброванными. Я вот, я, допустим, гвоздик забил, я знаю, что высота этого гвоздика 62 сантиметра. Я плоскость выверил с помощью нивелира, я знаю, что эта плоскость строго горизонтальная поверхность. Это я могу, за эти вещи могу отвечать. Как я могу делать выводы на основании видео, снятого с самолета, если я не знаю, в каком направлении самолет летит? Оно летит из Ганновера в Лос-Анджелес или из Лос-Анджелеса в Ганновер? То есть мы даже таких вещей не знаем. Ну это на то какой... же самое, как делать утвердительные ответы, когда смотрим на фотографию колонны, и говорить, о, это не колонна, это не гранит, это бетонная технология. Ну, я как раз и не утверждаю, что это бетонная технология. Здравствуйте, давайте посмотрим ваше видео. Какое именно? Любые. Там уже развилась тема 10 раз, уже другая технология стала. Хорошо, давайте, знаете, на сегодня все-таки, правда, заканчиваем, потому что время уже много прошло. Я-то всегда утверждал, что колонны монолитные, только снаружи поштукатурены. Вы, пожалуйста, внимательно изучайте. Не, ну вы же, извините, вы не знаете состав, вы там не были, вы не щупали эту колонну, по фотографии сделали этот вывод. Как это я эту колонну не щупал? Он лично снимал ее. Я ее лично снимал. Не обязательно эту, до этого еще другие были там видео. Уважаемые гости, давайте сегодня эфир заканчиваем. Да. Мы соберемся снова потом и обсудим эту тему еще раз. Давай до 3 часов уже дотянем. Последнее замечание. Перебор с этой темы уже. Да? Перебор. Момент такой. Наш инсайдер, наверное, такой смелый, так? Что, во-первых, спрятался за ником, да? И второй момент, спрятался за, как называется... Я смелый, но я готов подъехать. Я смелый, но готов подъехать. Включи фотографию, назови себя, так, пожалуйста. Камеру включи. Все, разоблачение инсайдера. И вопрос-ответ. Если ты спрятался за ником и оскорбляешь в прямом эфире, да? Так будь любезный, представься и покажи себя всем окружающим. И адрес скажи. Адрес мне его не надо, так, понимаешь? Он поступает как последний,
тварь дрожащая. Пускай, ну, нет, беседа был... была довольно мирная, на самом деле. Да, не надо на такой ноте как бы заканчивать. Это нет, не в том, что он целенаправленно два раза, то есть, исказил мою фамилию. Совершенно верно. Пожалуйста, целенаправленно, пожалуйста, изучи мою фамилию и запиши на листочке. На будущее. Либо, пожалуйста, имеешь право высказываться, если подпишешься своей фамилией. Так я могу предоставить доказательства в прямом эфире. Давайте эту тему сейчас продолжим в одном эксклюзивном эфире. Смотрите, значит, я напоминаю, все, кто сегодня участвовал, ссылки на их каналы в описании к видео. Всем спасибо за внимание, увидимся на следующих лекциях, я думаю, еще мы эту тему будем поднимать. Спасибо гостям, спасибо за то, что смотрели. Сейчас будет у нас...